Для замены масла редуктора мне понадобятся перчатки, бензин для мытья болтов, трансмиссионное масло 80 V85, ветошь, шприц, в моем случае 20 кубов, зубная щетка, щетка пожестче, ключ на 10, емкость для слива отработанного масла, емкость для мытья пробок. Перед заменой масла редуктор желательно прогреть, пусть поработает минут 5-10. Прежде чем откручивать пробки, необходимо удалить всю грязь и пыль. Откручиваем заливную пробку. Откручиваем сливную пробку. Моем пробки. Следим, чтобы была алюминиевая шайба. Завинчиваем сливной болт. Сильно затягивать не нужно. Набираем масло в шприц. Льем масло в редуктор через заливное отверстие. Влезло 7 шприцов по 20 кубов, то есть 140 грамм. Здесь также нужна алюминиевая шайба. Закручиваем заливную пробку. Затягиваем без фанатизма.